В течение дня желающие могли обратиться в нотариальную контору либо нотариальное бюро Брестской области для того, чтобы получить консультацию специалиста. Основная цель мероприятия – это обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и правовое просвещение населения. Также в этот день состоялась прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестской областной нотариальной палаты Татьяны Брестской. Наиболее частые вопросы, к которым обращаются к нотариусу, это, конечно, оформление наследственных прав. Стали все чаще обращаться для оформления брачного договора, соглашения о детях, соглашения об уплате алиментов, удостоверения различных сделок. Это достаточно востребованная акция, люди обращаются часто. Также представители Брестской областной нотариальной палаты возложили цветы к мемориалу у парка культуры и отдыха, братскому захоронению бойцов Красной армии и партизан, погибших в боях за Брест в 1941 году. 22 июня – это день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. И, конечно же, мы со всем народом нашей республики чтим память тех, кто погиб. И, конечно же, мы хотим сплотиться всем нашим народом и сделать все, чтобы такое не повторилось. Информацию о последующих акциях можно найти на сайте Белорусской нотариальной палаты «Белнотарибай».